Все остальные, по-моему, нет, вот и его партнер тоже, Гунтис Галвинч, тоже решил немного утеплиться. Галвинч как раз начинает атаку, подкидка, все это очень красиво, а дальше силовой прием. Вот так, Александр Павлович встречает своего соперника. Их использовали, разумеется, во время раскатки и накануне, во время тренировки. Но вот Эйнард решил и утеплиться на игру, потому что его визави-то обошел себе в шапочке. Ну да, очень многие в балаклавах играют, как ты говоришь, но многие сняли, потому что ее можно так и нос закрыть, как Эйнард сейчас и катается, и шею, чтобы не дышать, чтобы холодным воздухом, соответственно, не заболеть. Но многие снимают, потому что все-таки не такой большой минус на льду.